Уважаемые партнеры, вот тут вот находится сырьевая база для молдавских и румынских и украинских пчел. Господару уже более 25 лет производит семена фацелии очень хорошего качества. Многие из вас с разочарованием звоните, есть семена, семена закончились. И понять это можно, потому что мы рассчитывали, что наших запасов хватит, а оказалось, что наша продукция востребована. Вот тут, прошу обратить внимание, половина этого массива – это фацелия самосев. Здесь в прошлом году, если вы помните, была фацелия, мы ее убирали на семена, и весной она взошла. Рядом, от середины к лесополосе, мы высеяли 20 февраля. Я высеял сознательно 20 февраля, хотя знал, что она будет цвести вместе с акацией. Потому что моя цель была собирать не акацию и фацелию, скажем, раздельно, а была цель произвести как можно раньше семена, которые вы ждете. И поэтому вот прислушайтесь и присмотрите. Дай зум. Посмотрите, как работают пчелы. И какой здесь звук. Это самая лучшая музыка для пчеловода. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, на всем массиве нет ни одного цветочка сурепки, который у вас море. Я всегда говорил, под фацелию выделяйте чистые массивы. Почему? Потому что фацелия, она как женьшень для растительного мира. Многие ее применяют для того, чтобы реабилитировать истощенные поля. В Германии, где борется на свекле с бородатостью, там высевает, значит, под свеклу фацелию. Здесь, где у нас поля засоленные, скажем, и где нематоды собрались, тоже многие берут и высевают фацелию. Собирают мед, и потом, скажем, когда она отцветает, в вечерние часы, именно в вечерние ночные часы дискуют, для того, чтобы не закопать, не убить пчел и другую полезную энтомофауну. Значит, я думаю, что где-то через дней 15 цветение фацелии закончится. Она, кстати, в этом году цветет продолжительно. Она начала цвести 5 мая, и она уже месяц цветет. Но этому способствует, конечно, влажная погода. Фацелия может цвести 50 и 60 дней, если будет влажно. И вот, скажем, погода будет, как в 2019 году. А если будет засуха, она будет цвести 25 дней. Есть очень мощный медосбор, мощные привесы. Значит, я думаю, в ближайшее время покажу вам контрольные ульи, покажу, какой мед они, какую печать дают по фацелии. Здоровья вам и вашим пчелкам. Удачи всем!